Добрый день, любители лыжных гонок! Лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 15 километров коньковым ходом на втором этапе Tour de Ski в Оберстдорфе. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебе, чей отрыв на финише составил 3,4 секунды. Замкнул тройку лучших другой представитель Норвегии Шур Рёте. Результаты остальных россиян: 10-й Иван Якимушкин, 11-й Денис Спецов, 18-й Андрей Мельниченко –